Итак, шествие смартфона-флагмана продолжается, и возглавит этот парад, конечно же, Samsung со своим Galaxy S4. Долгожданный дебют состоялся, и теперь уже можно во всех подробностях рассмотреть новинку. Начнем с дизайна. Как ни странно, но внешний Samsung Galaxy S4 практически не изменился по сравнению со своим предшественником. Дизайнеры поменяли фактуру, уменьшили кромку вокруг экрана, по-другому оформили грани, но все интерфейсы и органы управления остались прежними. Удивляет и то, что специалистам компании удалось сделать новинку еще более компактной, несмотря на то, что диагональ экрана увеличилась. Смартфон стал тоньше и легче. Теперь его толщина составляет 7,9 мм, ширина 69,8 и вес 130 граммов. Корпус Galaxy S4 уже по традиции выполнен из пластика. На этот раз производитель использовал глянцевый поликарбонат белого и черных цветов. Классическая палитра продержится недолго, Samsung планирует выпустить эту модель в других расцветках. Следующим интересным элементом является экран. Смартфон оборудован 5-дюймовым Full HD экраном с технологией Super AMOLED. Его разрешение составило 1920 на 1080 пикселей. Экран стал ярче, передает более натуральные цвета и при этом потребляет энергии на 25% меньше, чем Super AMOLED матрица. Появилась и поддержка управления смартфоном в перчатках. Эту уникальную технологию уже применила компания Nokia в своих смартфонах Lumia. Что же касается аппаратной начинки флагмана, то вся предварительная информация подтвердилась. Galaxy S4 базируется на новом 8-ядерном процессоре Quad-Core 1.8 ГГц Cortex A15 и Quad-Core 1.2 ГГц Cortex A7. Также получил 2-гигабайтный модуль оперативной памяти. В S4 предусмотрена поддержка как памяти microSD до 64 ГБ. Смартфон работает от литий-ионной батареи на 2600 мАч. Новинка получила 8 сенсоров: акселерометр, свет, приближение, цифровой компас, гироскоп, барометр, температура и влажность. Galaxy S4 оборудован достаточно типичной для современных флагманов 13-мегапиксельной камерой, однако Samsung ее снабдил интересными программными фишками. Например, с помощью приложения Dual Camera пользователь может сделать одновременно фото и видеозапись с обеих камер, а снятые кадры можно просмотреть параллельно или картинка в картинке. Имеется возможность накладывания различных эффектов. Функция Dual Video Call обеспечивает прием сразу двух видеозвонков, поэтому владелец может устраивать миниатюрные видеоконференции. Пользователи, знакомых с фототехникой, порадуют приложение Drama Shot, позволяющее делать несколько снимков в одном, а также Sound Shot, с помощью которого на фотографии накладывается параллельно записываемый звук. Появились новые возможности в фотоальбомах. Например, Story Album превращает обычную пользовательскую фотогалерею в полноценную историю жизни владельца смартфона с использованием заметок, геолокации, информации о погоде. Такие альбомы можно будет публиковать в сети с помощью сервиса Blurb. Как и ожидалось, управлять Galaxy S4 теперь можно без помощи рук. Функция Smart Shot Pause контролирует положение глаз владельца и, когда тот отводит глаза от экрана, ставит паузу. А функция Samsung Smart Scroll поможет пользователю проматывать изображение движением глаз. Функция AirView обеспечит сенсорное управление без прикосновений, достаточно лишь делать необходимое движение рукой на некотором расстоянии от экрана. Эту функцию поддерживает все основные приложения: электронная почта, галерея, видеоплеер, музыкальный плеер и S-Planner. А благодаря встроенному инфракрасному порту в Samsung Watch ON смартфон превращается в полноценный пульт ДУ для управления любой бытовой техникой, начиная с телевизора и заканчивая кондиционером. В Samsung устроено очень серьезно. По замыслу компании, Galaxy S4 должен стать самым продаваемым устройством в истории Samsung. Продажи Galaxy S4 начнутся с 26 апреля. Заказывайте уже сейчас в интернет-магазине и розничных магазинах «Алло».